день, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами замечательный совершенно мотив, элемент, сложный, сразу вам скажу, в исполнении, но не настолько сложный, чтобы его невозможно было освоить. Почему сложный? Чем он замечателен и чем он сложный? Вот этот второй я пока отложу в стороночку, чтобы он вас не путал. Я их два приготовила вам показать, чтобы вы разницу одну поняли и ее ухватили точнее. Чем замечателен вот этот мотив? Этот мотив максимально имитирует, повторяет старинное игольное кружево. Вот то еще кружево 16 века, которое было в самом разгаре, при дворах королевских его очень любили, исполняли, и, конечно, иглой, и, конечно, все очень долго, и, конечно, все очень дорого. Вот этот мотив вязаный максимально его повторяет. Схемочку, кусочек схемочки у меня есть, я вам в углу, там достаточно этого куска. Я вам ее покажу, эту схемочку, и с вами подробно сегодня разберу, как вязать этот мотив. Здесь есть немало тонкостей. В принципе, здесь нет такой вот сложности, что невозможно освоить. Просто надо несколько раз, вот один прием, уже вроде бы, я опытная вязальщица, и все равно один прием пришлось повторить несколько раз, пока рука его вспомнила, потому что я его вяжу не первый раз. Что с ним особо хорошо? Он впишется у вас и в, ну и как самостоятельно понятно, естественно, он работает, вот даже та же самая игольница, да? Вот. И, конечно же, он замечательно впишется у вас и в ту же Ирландию, и в ту же какую-то вашу кружевную композицию, которую уже вы сами создадите, я имею в виду. Это классическое кружево. И, конечно, если вы вяжете их подряд, вот так вот тоже они у вас замечательно встанут, как ленточное кружево. Ну что ж, не будем с вами тянуть время и начнем вязать этот мотив. Начинается он с 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Соединяем соединительной петлей. Скользит крючок, ты посмотри. Так, и вокруг мы делаем 24, вокруг кольца, 24 столбиков с накидом. Итак, мы набрали с вами 24 столбика с одним накидом. Теперь мы соединяем их в кольцо одной соединительной петлей. Все, соединили. Здесь точнее должно быть, здесь должно быть очень точно, чтобы не потерять нам столбик. Все, соединили. Теперь второй ряд мы делаем с вами. 8 воздушных петель мы формируем в арочки. Их должно быть 8 штук. Через 2 столбика будем делать арочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Через 2 столбика. 1, 2, в третий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через два в третий. Видно? Берите за одну петельку, чтобы потом там не было утолщений. Нитки у нас не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 воздушных петель. 1, 2, 2 столбика пропускаем в третий. И так до конца ряда. Нет, вот здесь нет, смотрите, вот я сделала 8 воздушных петель и
попыталась сюда прийти. Нет, следующий ряд, в том-то и дело, следующий ряд мы должны начать с вами с серединной арочки. Где-то уже в одном из мотивов я вам так показывала. Поэтому здесь не 8 воздушных петель будет, а смотрите внимательно. То есть следующий ряд мы должны начать с серединки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, здесь правильно. Проверила петельки. Смотрите внимательно. Последняя арочка как формируется. 1, 2, 3, 4. То есть нам надо вернуться вот сюда, на серединку. Для этого мы делаем 2 оборота. То есть мы делаем 1 столбик с 2 накидами. Видите, мы поднимаемся с вами. За счет столбика с 2 накидами мы поднялись на серединку. Кто не знает этого приема, смотрите внимательно. А кто забыл, тоже напоминаю. И вот теперь мы начинаем с вами формировать веер этой арочки. Он у нас начинается со столбика. 1, 2, 3. С накидом, да? Что его заменяет? 3 воздушные петли. Так как мы сразу столбик, напоминаю, у нас много очень людей бывает, присоединяются, которые не знают всех этих приемов. Объясняю. 1 столбик с накидом равен 3 воздушным петлям. Вот мы поднялись. Теперь дело в том, что этот столбик с пико, поэтому делаем еще раз. Потом поймете, сейчас пока за мной просто повторите, кто не в курсе. 1, 2, 3, еще 3 воздушные петли сделали. И делаем пико зернышко. Это то есть мы возвращаемся в первую петлю из 3 и протягиваем петлю. Вот так. Я потом еще раз покажу подробно. Сейчас просто посмотрите, кто не знает, как это делать. Теперь мы делаем 2 столбика с накидом. 1, 2. Так, теперь мы делаем здесь, поправляем. Делаем еще 1 столбик с накидом. Этот столбик с накидом будет с пико. 1, 2, 3. Пико зернышко. Я показывала в предыдущих видео, как делать пико для луковички. Я так их называю, пико для луковички, пико для зернышка, пико зернышко, вот это пико зернышко. Здесь нам нужно пико зернышко. А теперь полустолбик. Кто не знает, как его делать, показываю. Мы делаем накид и не провязываем, как обычно мы провязываем столбик с накидом поочередно, 1 и 2, а все 3 петли протягиваем 1 раз. Еще раз я буду показывать, запомните. И заканчиваем обычным столбиком без накида. Еще раз смотрите. Теперь в следующей арочке. Здесь у нас только половина веера. Сейчас будем целый веер делать в одной арочке. Делаем столбик без накида. Делаем полустолбик. Полустолбик делаем, набрасываем накид. Хотим как бы сделать столбик с накидом, но его не делаем, а протягиваем все сразу через все 3 ниточки, которые оказались на нашем крючке. Теперь уже обычный столбик с накидом. Вот этот столбик у нас будет с вами с пико. 1, 2, 3. Пико зернышко делается, одна ниточка берется. Вот так. Так же, как и в пико луковичка. Но здесь мы делаем не столбик без накида, а просто протягиваем через 2 ниточки ниточку. У нас, как бы, видите, зависают эти нитки. Они как бы повисли. Теперь делаем 2 столбика с накидом. 1, 2. И теперь делаем еще 1 столбик с пико. 1, 2, 3. Пико зернышко мы делаем, просто протягиваем через 2 ниточки. Вот здесь, если будете все держать, вот этот пальчик, если будет работать и держать все вот эти нижние ниточки, у вас все будет неплохо получаться. Еще 2 столбика с накидом делаем. То есть вот этот большой палец на левой руке, он очень делает много работы. Очень. Сделали 2 столбика с накидом и делаем еще 1 столбик с накидом из пико, пико зернышко.
Раз, два, три. Пико зернышко делаем через одну ниточку основания. Протягиваем через две нитки просто эту ниточку, которая наша рабочая. Рабочую нитку. Теперь полустолбик. Это когда мы провязываем не полностью столбик с накидом, а просто протягиваем нитку через 3 петли, которые у нас на крючке. И заканчиваем обычным столбиком без накида. Что тут я вам показываю? Вот это надо перевязать. Я еще раз вам заодно покажу. Видели, как расхлябалась нитка? Это ужас. Что мы с вами вяжем? Какое место покажу еще раз? Вот. Вот это место. Вот это. Вот эту арочку мы сейчас с вами вяжем. Вот этот центральный цветочек. И в этом центральном цветочке у меня получился такой столбик. Его на помойку только можно выбросить. Больше никуда. Так. И подтянуть ниточку надо. Так. Раз, два, три. Пико зернышко. Вот оно так. Видите, у меня как этот пальчик мне помогает. Большой. Без него я бы это пико в жизни не сделала. И полустолбик. И столбик без накида. Ну, теперь хоть как-то на это что-то можно смотреть. Далее мы с вами опять ныряем, делаем столбик без накида. Потом мы делаем с вами полустолбик, потом делаем столбик с накидом из пико зернышка. Опять нитка расхлябалась. Что-то едет у меня сегодня нитка. Столбик с накидом делаем и пико зернышко. Раз, два, три. Вот оно пико зернышко. Так. Теперь делаем два столбика с накидом. Один столбик с пико зернышко. Раз, два, три. То есть над столбиком мы еще делаем три воздушные петли и прихватываем их у основания столбика. Опять мы делаем два столбика с одним накидом. Ниточка нам нужна. Так. И делаем столбик с пико. Раз, два, три. И протягиваем ниточку основания. Полустолбик. Столбик без накида мы делаем. И вот таких два уже. Видите, здесь по три пико. Если пико чуть завалилось, его можно ручкой поправить, ничего страшного. Тем более ниточки толстенькие, грубоватенькие, нормально все смотрится здесь. Вот этот центр мы вяжем с вами. Поняли, да? Вот он у нас должен получиться. Вяжем, вяжем до, по кругу, до конца. Довязали мы с вами. До последней арочки. И теперь что мы с вами делаем? Видите, у нас половина арочки-то связана. В самом начале мы ее связали. Мы же начинали с серединки, да? Теперь делаем полустолбик. Нет, 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 нет. Столбик без накида, как всегда. Как во всех арочках. Да, столбик без накида. Потом полустолбик. Теперь мы делаем столбик с накидом из пико зернышка. Пико зернышко делаем. И два столбика с одним накидом. И вот здесь мы присоединяемся соединительной петлей под пико. Так. Теперь мы поднимаемся наверх по пико. Я в конце вам дам схемку, вы увидите все.
И вот теперь на самой вершинке пико мы делаем с вами, вот на самой вершинке пико мы делаем столбик без накида. Вот что-то вот такое у нас должно получиться. Смотрите, первый вот этот цветочек, он фолдит, ну то есть волной. Не обращайте на это внимания. Он потом чудесным образом вот так вот раскладывается. Поэтому это вас не должно пугать. Теперь что мы с вами делаем? Смотрите, мы набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петель. И перекидываем с вами арочки. Строим опять арочки от одной вершинки к другой. Смотрите, что мы делаем. Не берите вот так это пико, будет жирно, некрасиво. Берите за одну ниточку. Кружево должно светиться. Берите за одну ниточку и провязываем столбик без накида. Опять делаем 8 пико. Ой, 8 воздушных петель. Спеку меня уже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять берем. Видите, где? Смотрите. Вот мы перебрасываемся. Через 2 пико. Если кому-то нужен ориентир. Через 2 пико мы здесь делаем. Раз уже пико у нас ориентир. За одну ниточку стараемся взять. И делаем столбик без накида. Вот они идут, арочки. Опять 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Через 2 пико, в третье пико, мы подхватываем одну ниточку, да? Угу. Да, и вот так делаем. И так до конца ряда. Нет, соединительная петля здесь лучше. Соединительная петля. Сделали, да? Теперь, внимание, мы будем работать вот с этими арочками, всеми по кругами. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И пошли в арочку. 11 столбиков с накидом. 1, 2. 11 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А теперь внимание, здесь все время будет возврат. То есть мы не по кругу будем вязать, а вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Будьте внимательны. Смотрите, схема вам поможет, но очень многие не могут прочесть эту схему именно из-за этого. Вот это сюда тоже должно расправиться. У меня во всех расправлялось уже, сколько я их сделала. Так, смотрите, теперь мы делаем столбик с одним накидом. Вот в эту арочку, видите, столбик над пико? Вот сюда мы делаем столбик с одним накидом. Сделали, да? Это 12-й столбик. Он же и центральный. И делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сделали 8 воздушных петель. И теперь в первую петлю, самую нижнюю. Смотрите, какое движение делаю. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. А. Это надо наловчиться. Не так это трудно. Но вот видите, стала вам показывать, и уже ниточка за кольцом стала вам показывать, и уже вот она, эта ниточка, мне ее через вторую надо перетянуть.
Давай, ниточка, перетягивайся. Так, вот, перетянула, видите? Что у меня получилось? У меня получилось колечко. Видите? Колечко у меня получилось. И что я теперь делаю? Я беру его руками. Это колечко держу. Вот эту петлю, чтобы она не улетела. Так. И я делаю в это колечко столбик без накида. Потом следите, чтобы это вперед был. Потом в это же колечко я делаю полустолбик. Когда не показываешь, все легче. То есть вы понимаете, что мне приходится еще вам демонстрировать, поэтому мне неудобно. Не пугайтесь, что вот я вожусь, а вы уж вообще не справитесь. Поверьте, мне вам будет легче. Я каждый раз это повторяю, не забывайте, что я демонстрирую вам на расстоянии. Теперь делаем столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом делаем. И теперь делаем пико зернышко. Раз, два, три. Пико зернышко. Сделали. И теперь два столбика с одним накидом. Все мы делаем в это колечко. Мы формируем с вами начало большой вот такой версальской розетки. Так, сделали столбик с накидом. Пико опять идет. Раз, два, три. Пико зернышко. И еще, видите, почему я поправляю? Потому что здесь будет 5 пико. И вот третье, оно должно быть центральным. Вот так стоять в центре. Вот над этим, в центре вот этого вот, этой петли. Видите ее? Эти две, они должны быть по бокам. Делаем еще 2 столбика с накидом. И все это надо поместить. То есть все надо продвинуть. Поверьте, это гораздо легче делать сейчас нам крючком, чем люди это вывязывали иглой. Но иглой иначе получается, конечно, но все равно очень похоже. Все, вот он, центральное пико у нас сейчас будет. Пико зернышко делаем. Раз, два, три. Провязали его. Делаем теперь на бок пошли, теперь легче нам будет, есть за что взяться. 2 столбика с накидом делаем. Вот 2 столбика с накидом. Еще столбик с накидом и делаем пико. 1, 2, 3. Пико зернышко делаем. Вспоминаем, как мы его делаем. Вот так протягиваем. Теперь делаем еще 2 столбика с накидом. И делаем столбик с пико зернышко. Пико делаю. Так, и теперь полустолбик. Это все вспомнили, кто забыл, что это такое. И просто столбик без накида. Смотрите внимательно, что у нас получилось. Подальше вот так петлю, чтобы не выпустилось. Смотрим. Значит, у нас сверху с вами пико центральное и 2 по бокам. Вот она, наша с вами корона получилась. Такая вот. Начало версальской розетки. Вот такой. Так я ее называю. Почему? Ну, мне напоминает Версальские сады. Вам напоминают Версальские сады? Вот эта композиция. Мне напоминает очень даже сильно. Смотрите, теперь опять пойдет у нас небольшая тонкость. Она у нас это получилась, да, начало розеточки этой. Но теперь мы ее должны, чтобы она не валялась у нас, не болталась она у нас. Мы ее должны прикрепить к основанию. И что мы делаем? Вот здесь у нас будет с вами у основания петелечка, как мы начинали буквально. И соединительной петлей сейчас найдем ниточку. Не надо толсто никак присоединять. Тоже смотрите, чтобы была ниточка. Вот видите, я нашла ниточку здесь у основания. И соединительной петлей закрепляю, чтобы он не болтался у нас этот
рисуночек наш. И теперь делаем вот в эту розеточку под эту, под эти воздушные петли мы делаем столбик с накидом. Раз. И так 6 столбиков мы делаем. 6 столбиков с накидом. Знаете, мне что не нравится вот сейчас? Проверяем. Видите, у меня закосилось. Или это мне уже мерещится? Нет, мне не мерещится. Видите, баланс вот сюда ушел. Соединительный столбик я сделала немножко не так. То есть смотрите, открывайте глазки и внимательно смотрите, потому что здесь работа художественная достаточно. Не может вам никакая схема тут за вас сделать уже такие технические тонкости, которые превращаются в художественные. Раз, два, то есть рисовать приходится. Три, четыре, пять, шесть. Смотрите, мы теперь делаем 6 столбиков с накидом, мы сделали, так? И переворачиваем вязание и делаем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И соединяем соединительным, не соединительным столбиком, а столбиком без накида через одно пико. За одну ниточку берем, находим одну ниточку и делаем столбик без накида. Вот так. Дальше опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пропускаем с вами одно пико и опять берем одну ниточку. Я две взяла. И делаем столбик без накида. Ну, просто не хочу ваше время занимать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь мы возвращаемся к основанию и считаем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Все, в шестой столбик прикрепляемся столбиком без накида. И теперь что делаем? Поворачиваем вязание. Что у нас получилось? 3 арочки получились над нашей короной. Так, так, проверяем их. Да. И теперь, перевернув вязание на лицо, мы с вами формируем следующие веерочки. Столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом с одним пико. Раз, два, три. И пико. Два столбика с одним накидом. Два столбика с одним накидом. Столбик с пико. Раз, два, три. Пико. Столбик, два столбика с одним накидом. Столбик с пико. Два, три. Так, теперь мы делаем с вами опять полустолбик и столбик. Вот у нас получилась корона с 3 пико. А здесь у нас будет корона с 5 пико центральная. Столбик без накида. Полустолбик. Два столбика с одним накидом. Столбик с пико. Я, по-моему, пропустила, да, пико? Да. Угу. Первый столбик с одним накидом, мы уже сразу делаем пико. Раз, два, три. Пропустила пико. Дальше, вот теперь два столбика с накидом без пико. Теперь столбик с накидом с пико. Раз, два, три. Три воздушные петли
и пекун. Два столбика с накидом. Столбик с накидом и пекун. Два столбика. Столбик и пекун. Раз, два, три, четыре. Пико, да, еще одно пико нам надо. Раз, два. То есть корона у нас должна быть с пятью такими зернышками. Драгоценными алмазами сверкает. Вот она у нас. Да? Росой такой. Так. Смотрим. Вот она. Вот у нас уже что-то получается. Видите? Уже у нас получается. Так. Столбик. Следующую арочку делаем. Делаем с вами полустолбик. Теперь делаем столбик с накидом. Пико. Два столбика с накидом. Столбик с пико. Пико. Теперь два столбика с одним накидом мы делаем. Два столбика с одним накидом мы делаем. Теперь столбик с пико мы делаем. И столбик простой без накида. Вот у нас получилась с вами вот такая картина. Теперь спускаемся вниз. И делаем 6 столбиков с накидом. Подарочку. Видите, да, куда я делаю? Видно? Пять. Шесть. Сделали. Вот будьте внимательны сейчас. Ошибетесь, придется переделывать. Переворачиваем вязание. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь воздушных петель через одно пико. Верхушечку. Делаем столбик, прикрепляемся столбиком без накида. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через два пико. Раз, два, вот сюда цепляемся. Столбиком без накида опять же. Опять раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через одно пико. Это вот центральная у нас арка сейчас получилась. Верхняя она должна быть так. И сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через два пико. Раз, два, в третье. Так. Опять 8 воздушных петель. И через одно пико мы входим вниз в основание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. И смотрите, вот через одно пико мы с вами идем в самый первый столбик, в его верхушечку, находим его верхушечку и присоединяемся столбиком без накида. Так, переворачиваем вязание и поехали, формируем полностью уже розеточку эту. Столбик без накида. Полустолбик, столбик с одним накидом, и тут же делаем пико. Раз, два, три. Два столбика с одним накидом. Раз,
два, столбик с накидом из пико, тут же три воздушные петли и пико мы делаем, два столбика с одним накидом, столбик с одним накидом из пико, так, полустолбик, столбик без накида. Так, первая арочка готова. Вторая. Столбик без накида. Полустолбик. Столбик с одним накидом. И пико тут же делаем. Два столбика с одним накидом. Столбик с одним накидом из пико тут же делаем. Два столбика с одним накидом. Столбик с одним накидом из пико. Полустолбик. Столбик без накида. И вот центральная арочка. Видите, здесь по три пико у нас сбоку. Видите, центральная арочка. Пять пико будет у нас. Пять секций с пико. Смотрите. Столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом и пико тут же, два столбика с одним накидом, столбик с накидом и пико. Два столбика с одним накидом. Столбик с накидом и пико. А представляю, как это красиво, если тонкими. Я что представляю? Я вязала тонкими нитками. Хотела вам показать, куда дело. Как нежно, красиво смотрится, почти как иглой. Не могу найти, куда сунула. Так, раз, два, три, четыре. Еще пятое пико, последнее здесь делаем. Пятое пико делаем. Полустолбик делаем. И столбик без накида. Вот смотрите, у нас получилась с вами уже коронка. Сейчас мы в эти две арочки делаем так же, как делали вот в эти две противоположные по 3 пико. Делаем. Вот мы с вами, видите, закончили эту корону или розетку в стиле рококо. Так, что будем делать дальше? Дальше, смотрите. Три воздушные петли. Вот у нас, видите, вот этот центр. То есть нам надо их повторить 4 раза, эти розеточки. Вот у нас есть этот столбик. Начало, да, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, спускаемся вниз, да, и вот сюда, вершинку вот этого столбика, делаем столбик без накида. Теперь делаем 1, 2, 3 воздушные петли и 11 столбиков с одним накидом. Ну что, связали мы с вами элемент под названием Версаль. Он очень хорошо имитирует
старинное итальянское кружево игольное, которое плелось иглой. Если бы мы сделали это еще более тонкими нитями, смотрелось бы вообще очень ажурно. Хотя смотрится и так хорошо. Он, конечно, исполняется нелегко. Приложить усилия придется, но когда уже поймешь, что к чему, получается все очень быстро, честно вам скажу. Вот этот элемент еще, видите, его надо попеку сшить. Если вы будете применять отдельные детали, то их сшивать не надо сразу. Но если вы будете какое-то единое полотно делать, видите, как замечательно оно ложится в едином полотне. Просто великолепно. То соединять надо, я вам показала, как пико. Вы вяжете прям сразу пико, вот здесь вот, в этих местах, присоединяете одну детальку к другой. Замечательно, они присоединяются, вот так же, как здесь, в этих местах, они присоединены внутри детали, также они замечательно присоединяются и друг к другу. И, конечно, полотно получается шикарно. Я постараюсь их употребить куда-то, в какое-то изделие, и показать, как это можно использовать в изделии. То есть изо всех сил постараюсь не бросить просто так, чтобы все-таки эта работа как-то у нас себя показала уже в деле, в носке. Их можно варьировать как угодно. Ну что ж, прощайте, дорогие друзья, до новых встреч, старайтесь что-нибудь интересное сделать, чтобы работа моя не пропала даром, чтобы все-таки вы попробовали хотя бы сделать эти элементы как какое-то для себя утешение, какое-то утешение для себя душевное. Трудов вам хороших и отдыха вам хорошего. До новых встреч!